всем подписчикам, всем родным и близким посвящается. В этот знаменательный день хотелось бы пожелать вам хорошего настроения, хорошего дня, хорошего года, всего самого наилучшего. Хотелось бы обратиться к своему сыну, который учится в школе, чтобы он учился очень хорошо, потому что образование – это самое главное. Хотелось бы обратиться к своей дочке, которая ходит в садик, но не слушается. Слушаться родителей – ну, это первоочередная обязанность любого человека. Еще хотелось бы сказать, чтобы все родные и близкие не обижались ни на что. Следующий год будет намного лучше, следующий год будет намного интереснее. Всем подписчикам, ждите новых распаковок, следите за тем, как проживает эту жизнь наша семья. Смотрите на то, как растет Кира, смотрите на то, что происходит вокруг нас. Спасибо за то, что вы подписались на канал. Ставьте лайки, распространяйте видосы. Делайте свои видосы, занимайтесь любым творчеством. Всех вам благ, успехов в новом году. И чисто символически хотелось бы поднять этот бокал с кофейком за вас. За то, что вы есть, за то, что вы смотрите, за то, что вы пишете. За все хорошее. Всем пока.